В Улан-Удэ вновь появились баннеры с фотографиями должников. Служба судебных приставов Бурятии вновь приступила к практике размещения фотографий неплательщиков на всеобщее обозрение. Один из таких баннеров с изображением мужчины, на протяжении нескольких лет игнорирующего оплату услуг за горячую воду и теплоэнергию, появился в центре Улан-Удэ. На сегодняшний день долг данного гражданина в пользу теплоэнергетической компании составляет 165 тысяч рублей. В связи с тем, что данным гражданином меры по погашению задолженности длительное время не предпринимались, кроме того, меры принудительного характера в отношении него не возымели действия, а было принято решение о размещении его персональных данных на рекламных конструкциях. Пока это единственный баннер в городе, однако в службе судебных приставов отмечают, что в ближайшее время галерея должников будет пополнена новыми именами и фотографиями. Оказаться на доске позора могут граждане, длительное время не выплачивающие алименты и коммунальные услуги. Специалисты уверяют, что закон позволяет распространять персональные данные должников без их согласия для своевременного и полного исполнения судебных актов, вынесенных в отношении этих лиц.